Импровизированный спиритический сеанс устроили авторы спектакля «Таинственные киевские переселенцы» на сцене молодого театра в столице Украины. Актеры вызывали духов известного режиссера Сергея Параджанова, поэтессы Алены Телиги и архитектора Владислава Городецкого. Именно он создал знаменитый дом с химерами в Киеве. У всех актеров безграничное желание сделать вклад в культурную жизнь города, вдохновить себя и зрителей, а также забыть о том, что они – переселенцы и родной дом – очень далеко. Постановка стала своеобразной акцией, при помощи которой авторы спектакля хотели показать, они активные и полноправные члены общества. Мы с ребятами думали, как нам лучше подать эту идею о том, что переселенцы – это действительно большой ресурс, чтобы сломать эти ярлыки о том, что это только потребители. И хотели, было очень много вариантов, и вот пришла идея обратиться к каким-то историческим личностям. И тогда я говорю, ну если это исторические личности, которых уже нет, тогда давайте, нам ничего не остается, кроме как спиритический сеанс. Главные роли исполнили бывшие жители Крыма и Донбасса. Ксения из Симферополя сыграла медиума, который вызывает из прошлого дух известных переселенцев. Режиссер по образованию, девушка покинула оккупированную столицу полуострова после того, как поняла, российские рамки не позволят ей творчески развиваться, а жить с неприятием происходящего в состоянии внутренней эмиграции очень сложно. Я почувствовала, что, наверное, здесь осталась вот такая вот свободная атмосфера, которая была в моем родном Крыму. Здесь нет таких запретов, потому что, когда я ставила свою постановку в феврале, в январе этого года в Симферополе, у нас сразу были табу на язык материала, нецензурная лексика табу и, соответственно, тема политики тоже табу. Организаторами вечера выступили общественные организации Украины, Грузии и России, помогающие вынужденным переселенцам и беженцам. Спектакль показали в рамках проекта «Голос переселенцам», созданного немецкой организацией «НОСТ» при поддержке Министерства иностранных дел Германии. Участники признаются, не хотят, чтобы на них вешали ярлык «переселенец» и воспринимали как балласт. Именно поэтому они готовы доказывать всем и вся, что они не иждивенцы. Мне бы хотелось, чтобы на нас смотрели чуть-чуть больше, как вот, на киевлян, то есть, что мы, по сути, равны. То есть мы не просто должны там год, два, три получить прописку, получить, ну, как бы, у нас есть стаж работы в Киеве, вот, чтобы изначально мы из Донецка, мы из Киева, из Крыма, извините, вот, мы были на равных. Главным лейтмотивом спектакля стал девиз «Дайте переселенцам шанс». Более 2 миллионов внутренне перемещенных лиц в Украине не должны чувствовать себя вне общества, считают актеры и постановщики. На примере Сергея Параджанова, Алены Телиги и Владислава Городецкого они показали, внутренне перемещенные лица тоже могут творить историю.